Закрытие новой волны, время 12 ночи, а концерт еще идет, могу вам сказать. Я счастлив, что новая волна вернулась, это легендарный конкурс, ему 20 лет, этому конкурсу. Точнее, 20-я новая волна, просто была пауза в 2 года. Так, в общем, с 2002 года новая волна радует зрителей. Я рад, что она вернулась вновь. Спасибо Игоряку Чеботому за этот праздник музыки, за этот недельный потрясающий марафон музыкальный из творческих вечеров, из конкурса, из классных вечеров музыки, друзей и песен. Спасибо огромное и до встречи, новая волна 2025.